Так, Тимка, все готов? Ага, готов. А что там по пицце-то? Пицца практически готова. А слушай, Шэдди, а твои подписчики знают, как называется вот этот вот желтый робот из фильма? Слушай, я на самом деле без понятия, можно, кстати, спросить. Друзья, прием-прием, на связи Шэдимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Тут, короче, вам Тимка, ребят, вопрос задает, а знаете ли вы действительно, как называется вот этот желтый робот из фильма «Трансформеры»? Напишите прямо сейчас в комментариях под этим видеороликом и поставьте обязательно лайк, потому что... Если вы любите посмотреть кино, взять немного покушать, чипсики, газировочки какой-нибудь, вот, в общем, поставьте лайк, если вы немножечко кинолюбители, вот. Ну что ж, иди, как пицца-то? Да, все, Тимка, сейчас я приду буквально. Так, Крипер Кола у нас с тобой на месте? Все, сейчас я подойду, сейчас, секунду. Пицца у нас с тобой уже тут на месте. О, то, что надо, свеженькое. Ой, Шэдди, помоги! Тимка, что случилось? Тимка? Тимка, ты куда пропал? Что творится, ребят, вы это... Я же это сейчас не один вижу, правильно понимаю? Что за фигня вообще? Не мог же он просто так взять и... Не знаю, никуда пропасть, что ли? Фигня какая-то. Что это? Кто здесь? Что за... Что за дичь? Ребят, это же это. Как ее? Аманда, которая... В общем, я сам особо не разбираюсь, но... Знаете, такой есть мультик по типу... Какая же она называется? Ну, типа, короче, вы наверняка слышали фразу, типа, помогите там Даше найти того-то, того-то. Вот это, по сути, практически то же самое, только оно как бы... Такое экзешное. Такая девочка с овечкой, но... Какого фига она вообще появилась и включилась у меня на телевизоре? И куда в конце концов вообще подевался Тимка, я понять не могу. А? Алло? Чё за фигня? Тимка! Телефон его здесь. Алло? Да что ж такое-то? Я понял. Теперь меня эта дичь походу преследовать, да, повсюду будет, я правильно понимаю? Ребят, что за... Господи, она там стоит, прям на амбаре! Тимка, выходи уже, хорош! А, ребят, вы это видите? Капец, она стрёмно выглядит, конечно. Мне надо срочно придумать, что вообще делать с ней. Она исчезла? Она исчезла! Так, стоп, я сейчас пойду и проверю, что там в амбаре вообще творится. Ну, Тимка! Ну, даёт! Если это сейчас окажется какой-то дурацкий пранк, то... Давай играть. И дверь какая-то. У меня тут двери такой никогда в жизни не было. У меня тут пароль стоит, его никто, кроме моих друзей, вообще не знает. Так, где у меня бита была? Секундочку. Сейчас я к этой двери, я еще обязательно вернусь. Сейчас я, пожалуй, вот этот ящик только пододвину. Господи, это что такое? Так, это просто малиновое варенье, правильно понимаю? Либо какой-то томатный сок клубничный, либо что-нибудь еще такое. И вообще, знаете что? Она же стояла у меня на амбаре, правильно? Давайте мы с вами сделаем вот так. Я прямо сейчас скатаюсь по этой железной нашей дороге до дома Нуба. И попробую выйти оттуда, потому что... Фух. Потому что я хочу сделать так, чтобы она вообще не ожидала, откуда я могу появиться. Что-то, знаете, просто честно говоря, для пранка такое ощущение, как будто бы уж слишком как-то все идеально у него получается. Вот, Тимка обычно никогда таким пранкером жестким не был, так что это... Что-то я сомневаюсь. Я больше склоняюсь к тому, что это, походу, правда, действительно. Все, что это творится. Так, это... О! Слышали? Овца, только что. У нее же... Это Аманда, она же как раз-таки как бы это... С этой овечкой постоянно носится. Овечка, а ты где? О, вот она. Сейчас, прикиньте, она такая поворачивается, у нее там вместо обычного лица... Овечки, вот это вот тоже такое свирепое экзолицо. Эй, фух, нет, она нормальная хотя бы. Так, ладно, что я делал-то? Я сюда ехал для того, чтобы немножечко вот отсюда посмотреть. На наш амбар. Еще одна овца. Что ж тут так это? Много овец начинает появляться-то. Так, ой. Так, ну это наши овечки. С ними все в порядке. Так, жители как бы только на улицу сейчас не выходили. Если они увидят ее,
Они просто, я не знаю, что с ними будет. У меня чуть сердце не остановилось, когда я это увидел. Ё-моё! Жесть, это просто адский смех какой-то. Ребят, это правда. Надо свет выключить. Сейчас я вот так свет везде выключу, чтобы она это... Её там нет в амбаре. У Лески тут дом, у нее прям такая позиция есть идеальная. Вот сюда встаешь и весь амбар полностью видно. Вот она прям там стояла, ладно. Короче, сейчас попробую на то же место встать, в каком месте она была. Посмотрю, может быть, там что-то осталось после нее. Хотя что-то могло остаться. Ну, короче, ладно, мало ли. Так, тихо, 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 все в порядке. Все в порядке. Хотя нифига не в порядке. Тимка-то пропал, не только что, я что-то забыл про него совсем. А! Вы это видите, да? Вон она. Да что ты будешь делать со своим смехом дурацким? А что это у меня возле двери там? Ребят, погодите. У меня же этой фигни там не было. А сейчас там находится... та же вещь, которая находилась... Она опять пропала. Такое чувство, как будто бы она меня зазывает и этим помещает то, что... А что это такое? Господи, это барный стул у меня красный. Я подумал то, что у меня внутри дома уже что-то непонятное появилось. Да, короче, ребята, ладно. Надо взять всю волю в кулак. Я же как-никак Шедимен и разобраться в том, что происходит. Господи, я надеюсь, с Тимкой все в порядке. Я не буду даже на это наступать. Я, знаете, я сейчас через гараж зайду домой. Вот, так-то намного лучше. Тимка, ну хорош тебе! Я все-таки не теряю надежды на то, что это... На то, что это просто пранк какой-то его дурацкий, я не знаю. Ладно, короче, была не была. Я попробую сейчас спуститься, вернее, зайти в эту дверь. Вот. Но мне так не хочется этого делать. Вы даже не представляете, насколько я не хочу этого делать. Давай играть. Почему там так темно? Это, видимо, такие блоки стоят, то что, ну, короче, черный цемент этот, либо еще что-нибудь. Фух, там же ничего даже не видно, как я должен туда идти вообще, я не понимаю. Ай! Ай! Она загнала меня в ловушку. Она меня прямо в ловушку загнала, я что теперь должен делать? Ладно. Ладно, 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 тебе повезло. Тебе повезло то, что у меня нет ни дубины никакой там, ничего вообще. Хорошо, я сделаю это. Я пойду туда, куда ты хочешь, чтобы я пошел. Хорошо, я иду прямо туда. Ай, что это? Господи, вон она стоит. А где это я? Нифига себе, так куда я попал вообще? Тимка, ты здесь, Тимка! Почему он там так стоит? Куда она смотрит вообще? И... А что я должен, простите, пожалуйста, как бы делать? Она сюда идет. Тихо, тихо, не надо, не надо, все, я и так уже зашел в эту твою дурацкую дверь. Хорошо. Ребят, короче, насколько я понимаю, Ю, мне нужно добраться вон до тех дверей, но как я твою налево должен это сделать? Ты прикалываешься? Возможно, тут, кстати, невидимые блоки, так что давайте не будем раньше времени панику разводить. Да и давайте вообще не будем панику разводить. А может, это фейковая лава, кстати. Ой, ладно, не фейковая, я понял, не фейковая. Хорошо, хорошо, все, 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 все. Так, ладно, думай логически. Просто подумать логически, как можно пройти через лаву. Я вот так вот вожу, я никаких блоков невидимых вообще не вижу. Так что, возможно, что-то по типу... Кстати, может быть, действительно сундук... Мы же много всяких там испытаний проходили. А, да, есть, так оно и есть. Не зря проходили испытания все эти. Ну что, ха, я со твоей задачкой уже справился, слышишь? В стенку она там смотрит. Вот оно, яблоко лавовое, слышишь? Сейчас я его съем, у меня появится защита от того, чтобы гореть, и я спокойно переплыву через твое лавовое озеро. Ха, видала? Так, что это она сразу так пошла-то? Так, а здесь у нас... А вот здесь уже сразу видно то, что стоят невидимые блоки. И что-то здесь попахивает и походит на какой-то невидимый лабиринт, по-моему. Вроде бы это действительно так. Так, я даже уже вижу какой-то вход здесь или не вход. А да, вход действительно. Так, я гореть уже перестану когда-нибудь или нет? Уже, честно говоря, невозможно на это смотреть.
Так, ладно, пока что я горю весь, я попробую... О, спасибо, сразу же потух. Я попробую пройти этот невидимый лабиринт. Так, только... Слушайте, это не так уж и просто, хотя вроде бы я как-то потихоньку даже продвигаюсь. Так, я назад? Так, я иду назад. Хотя кто его знает, то что... Может быть, здесь какая-то петля невидимая, и мне нужно... Так, смотрите, я вот пошел снова назад, но, по-моему, вот этот путь, он точно уже неверный окончательно. Так, а если я пойду куда-нибудь вот сюда? Слушайте, я все ближе и ближе к цели. У меня постепенно получается продвигаться дальше, я прямо возле нее стою. Так. Что это? Это же выход. Я чую выход, ребята! Да, есть, у меня получилось! Ха! Я решил вторую твою головоломку. Что ты на это скажешь? Ладно, 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 пожалуйста, только прекрати. Фух, спасибо. Так, что у нас здесь за сундук такой? Бита. С гвоздями. И что это все значит? Ребят, я не знаю, что это все значит, но... Где Тимка, в конце концов? Так, вижу какой-то золотой блок вон там. И какую-то непонятную темную комнату. Я пока вообще не понимаю, что это такое, что мне нужно будет делать, но... Так, закрою-ка дверь на всякий случай. Стойте, она... Ошибка, нельзя было ее закрывать. Она теперь не открывается! Эй! Что тебе нужно? Открой дверь! Опять этот смех дурацкий, что ж такое-то? Так, ладно. Спокойно. Главное, спокойно. Где ты? Ай! Ё-то налево, господи, как я испугался опять только что. Я ее ненавижу уже, эту Аманду экзешную, просто терпеть не могу. Ну посмотрите на нее. У меня каждый раз, когда она так внезапно появляется, у меня просто мурашки. Откуда она вылезла, вообще не понимаю. На тебя! Так, получай! На тебя! Да! Почему ты такая быстрая? У меня даже скорости такой нет, как у тебя. Это нечестно. На! Получай! Есть! Фу. Вроде получилось. Так, что дальше? Я ее завалил. Кнопка. У меня есть кнопка, но что будет, если я ее поставлю на этот золотой блок? Ведь такое ощущение, как будто бы именно это мне нужно сейчас сделать. В общем, ладно. Я не знаю, что произойдет, но... Назад дверь не открывается, это бесполезно. Так что я просто поставлю эту кнопку и на счет 3 ее сейчас нажму. Раз, два, три. Я дома. А Тимка? Тимка! Тимка, ты где? Шеди, ты чё там разорался-то? Тимка, а ты где? Здесь в комнате сижу, в смысле? Ты пиццу несешь уже или нет? В смысле пиццу? Ну мы с тобой это, хотели кино посмотреть. Трансформеры. Да, точно, кстати. А ты давно здесь сидишь? Ну в смысле? Мы договорились, сегодня вечером мы криперколу заказываем, пиццу заказываем. Я приду, посмотрим кино про этих роботов убойных крутых. Вот, и я тебе говорю, иди за пиццей. Ты пошел на кухню, и все, куда-то пропал непонятно. Так, Тимка, в смысле пропал? Погоди, я ничего не понимаю. На, вот держи пиццу. Ну, наконец-то. А чё она холодная такая уже? Ну, видимо, остыла. Так, стой, Тимка, ты прикалываешься сейчас? Давай серьезно только. Да я ничего не прикалываюсь, в смысле? Шеди, это с тобой что-то не то происходит. Я же говорю, ты пошел и пропал куда-то. Я хотел тебе позвонить, а у нас телефонов нет. Стой, телефоны, кстати, у меня. Что? Я вообще ничего не понимаю. Так, Тимка, это я ничего не понимаю. По-моему, ты прикалываешься. Тут Аманда только что была, и в телевизоре вместо трансформеров тоже эта Аманда включилась. Никакой Аманды я не знаю. Ты чё, Шеди, упал что ли, пока что пиццу ходил, забирал или чего? Ничего не понимаю. Может, давай тогда сегодня смотреть не будем ничего? Да, Тимка, пожалуй, знаешь, наверное, я сегодня... Хотя нет, сейчас я чуть-чуть подышу воздухом, ладно? Ну давай, давай, подыши. И вправду душновато. Да, я, наверное, даже окно открою. Так, сейчас... Ладно, стоп, а если... Сейчас, секундочку, но дверь-то точно должна быть. Что? Двери тоже нет. Как так? Вот здесь стояла дверь.
И даже вот если вот так лечь, посмотреть под этим ящиком, то там даже вот этих красных пятен нет. Таблички тоже нет. Но мне бита зато это осталось. И... так, я ничего не понимаю. Я просто ничего не понимаю, что произошло только что. Алло! Смотрите, тут тоже пятна никакого нет, получается. Ладно. Я в очень большом замешательстве, ребят. Я правда не понял, что произошло. Короче, Тимка говорит то, что типа я якобы буквально на минуту отлучился, ну типа за пиццей, я куда-то пропал для него. Но для меня, наоборот, пропал как бы он. То есть как это вообще возможно? И он говорит то, что он никакой Аманды вообще никого не видел и ничего всего этого не было. Но, ребят, вы же это видели вместе со мной, правильно? Если вы это видели, то прямо сейчас напишите об этом в комментариях, потому что я что-то реально, знаете, у меня что-то паника накрывает от того, что я видел то, что не видели остальные. Это бред какой-то. Короче, ладно, пойдем мы с Тимкой все-таки кино посмотрим. Может быть, я просто немного, знаете, типа устал сегодня, либо еще что-то, я не знаю. Так, ладно, Тимка, последний раз. Ты сидел здесь, правильно? Ну да, сидел здесь. Ты пошел за пиццей. Тебя нет. Я думаю, позвоню тебе. Рассмотрю, у тебя там телефона твоего моего тоже нет. На кухне тебя тоже нигде нет. Ну, как-то так. И потом ты появляешься и говоришь: Тимка, Тимка. Хотя я здесь в комнате все время сидел. Ладно. Друзья, в общем, я не знаю, что сегодня произошло. Прямо сейчас напишите в комментариях свое мнение, а я, наверное, буду все-таки на этом заканчивать. На связи был Шэдимэн. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Да, друзья, всем пока. А ты, Шэди, конечно, ну задал сегодня. Я просто в шоке с тебя.